Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Тиранит, и мы А что продолжаем... это тут такое? Мы А, продолжаем это играть в вампир, я его же не Майнкрафт-мане, вижу. да-да-да-да-да. Гитлер, какой вампир? А, где, ай! Вот... Он с меня выбил оружие. Пиздёныш такой, я тебя сейчас... Вообще, тут прям... Гитлерюга... Ну, мы его убили? Убили? Вроде да. Так, где мой лук, где мой лук? А что, Вот выпало он. что-то с него? Вроде бронька или фиг его знает. Ну, посмотри, мне ничего не выпало. О, Да, у меня стрел нету, кстати. бронька, бронька, То да. есть, сидит взять. У нас Да. стрелы есть вообще в этом в ящике? Да, я думаю, да, но у меня, в принципе, там вообще дофигище где-то два стака. Нет, охрена, вижу. Так, сейчас. Стрелы, стрелы, стрелы. Да все, я взял, нашел. Нашел? Так, да. Что у меня тут вообще есть? У-у-у. Да, мы, короче, продолжаем, друзья, играть в Minecraft Mining. Тут нам чуть-чуть потревожили. Мы продолжаем Да-да. накибать все дела. И, в принципе, сейчас, я думаю, мы все-таки пойдем лутать вот тот замок, который мы нашли в прошлой серии, да? Да, 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 Да. да. А тут у меня кошечка прибежала, так что нужно буквально, наверное, маленькую паузу. О, боже мой. Че там? Да ладно, ничего, нормально. У меня тут кошка просто с ума сходит, мы начали записывать, а у нее просто какой-то, не знаю, приступ, не знаю, дефицита внимания, наверное, или еще что-то, потому что она тут начинает просто качать свои права и типа обрати на меня внимание, ё-моё. Все дела. Так. Стрелы я нашел, все отлично. Со стрелами нет теперь проблем. Ну что, побежали тогда в сторону замка? По-по-по-по-по-по. Я себе хочу сделать меч из этого, как он называется, из метеорита. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И побежим сейчас, да, к замку и будем там со замком разбираться. Да. Да, и по поводу дома, ребята, мы все-таки, наверное, построим его без съемки, чтобы не тратить время, можно так сказать, да? Да-да-да, за кадром. Что там, мясо раздели? Да. На. Так. То еды ты Где вроде оно, на... где оно? Ладно. Ну, в принципе, нормально, да. Значит, курочку. Так. Ты мне все дал? Ага. А, увижу. Все, отлично. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Я себе взял, еще сделал меч из метеорита. Не Че? знаю, что он на себя там представляет, но посмотрим. Ух, нифига себе, нигер босс. О, блин, как-то медленно бегает с этим мечом. Мне больше нравится с кинжачком. Давай Да, иди с кинжачком сюда. веселее. Что там, что там, что там, что там, что происходит? Нигер Там пришел, что-то есть? нигер босс, да. Нигер! Еще и босс при том. Ой, Ух, тут... нифига себе. О, Охренеть. нормально, 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 нормально. Давай, на паутину его. Да, Ох, ты ж сколько у него хп-то! О, он меня закинул куда? Ты мой меч подобрал, как я понял. Я... Че, у меня зависло, что ли? Или Офигел, нет? Нет, знает. Все нормально. Блин, чего так бью слабо? Да хрэ мои мечи. Жесть, просто ж... Ой-ой-ой, чё я горю? Чё я горю? Горю! Ай-я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 й. Что же он такой... Что же он такой... Что это такое? Кикит? Что? Короче, метеорит, как я понял. Ты опять мой меч подобрал. Давай-давай, на паутину его, на паутину его. Ай-яй-яй-яй. Да, где тут папа? Смотри на карту. Рядом, рядом, да, упал? Что? А, вот они падают, метеориты. Боже мой. Боже мой, боже мой, ай, что творится, боже мой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, уйди от меня, уйди, 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 уйди. Тут, короче, какие-то космические киски попадали, или чё это, кошки? Да я не знаю, боже мой, да, я их тоже видел, этих кошек, Оно, короче, пол карты разнесло полностью. Они реально с космоса? Охренеть. Смотри, они в скафандрах. Жесть, просто жесть. И нам дом чуть-чуть потрепало, да? Так я. О-хо-хо-хо! Чуть-чуть. Чуть-чуть. Жесть. Прямо на нас. Я просто в шоке. Я просто. Нет, ну мы по-любому теперь за кадром будем делать дом. Мы его долго теперь да. будем делать. Я думаю, в другом месте. Это твой, наверное, меч. Вот. Да, там ты вроде моих два подобрал. Да, вот этот и один нормальный. Или нет? Не, у меня только этот есть. Ага. Значительный нигер стерил. Так, ладно. А почему в другом месте будем делать? Да тут все расхреначило полностью. Ну, нормально, будет о чем вспоминать. Так вот. Мне больше нравятся вот этой кошки, которые пришли в скафандрах. Блин, это космические. Я не знаю, меня забавит то, что они в скафандрах. Блин, надо убить эту кошку. Надо посмотреть, что будет с ней. Микки Маус! Чувак, Микки Маус!
Подходи к нашему дому. Вон, вижу, вон, вон. Вижу, он, вижу, он, вижу, он. Пошли. Маус, Микки Маус. Охренеть. Нет, я не знаю, просто так прибомбило. Это я понял, это был не метеорит, это, наверное, этот. Ё-моё. Это, наверное, их корабль потерпел крушение, во. Ну, охренеть, сколько тут попадало всего капут. Да, надо убить одну кошечку и посмотреть, что с ней будет, если мы ее убьем. Не, нифига, я уже штук 10 убил. Да, ничего из них не выпадает? Не. Не, ну блин, так вообще разнесло тут все просто. Бомбануло. Еще чаток написало, сейчас метеорит упадет. Я думал, ладно, сейчас кусочек упадет, да, и все. А тут... Да, я тоже думал. Ну, Басяра, помоги, тут один босс. Я же понял, что там маленький такой прилетает. Да. Ну, опять? А тут? Да, этот босс по сравнению с тем вообще и никакой. И вот этот берзерк. Где, кстати, книг? Попал. Нигер-то куда-то пропал, да-да-да. Да, походу, да. Ты что, выпало что-то? Вообще ничего не выпало. Нет. Что ты там делаешь? Да, что он здесь? Берсерк какой-то. Вот это... Воу! Да-да, он реально берсерк сильный. Сильный, не знаю. Вот на пути на меня кинул, ах ты же зараза. И вот с этих чуваков как раз вроде выпадают вот те штуки для спавна боссов, как я понял. Да, на пути его бить. Воу-воу-воу-воу-воу. На паутину, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Давай, с двух сторон, бутербродик. А, не, изумруды. Так. Вообще не надо. Тут еще один вроде такой чувак был, я сейчас пойду проверю. Да? Смотри, мы даже еще, наверное, до этого не сможем дойти. Походу, да. Замка. Капут расхреначил тут, конечно, все полностью. Просто в шоке. Печеньки надо покушать. Да блин, я думал, он чуть-чуть возле нашего дома, оно тут ни хреново так просто бомбануло. Вот это просто пришествие котят, я просто в шоке. Так, надо. Опа, сделал. Перезагрузку делать. О, все, отлично. Сейчас оно все у меня перезагрузится и будет нормально. Так, надо вот это все барахло выкинуть, которое у меня здесь находится. Это просто жесть. У меня топор чей-то, твой топор? Наверное, фиг его знает. Я, наверное, с кого-то выпал. Просто. Так, это тоже можно. Ой. О, воу. Что это такое? Че, откуда у меня это все взялось? Кого? Я не знаю, у меня откуда-то все это. Тут столько всего у меня, я не знаю, откуда у меня все взялось. Что, из сумок она что ли выпала? А ну-ка. Да, блин. А, да, ну из сумок выпадала. Шипы 2, защита. Ладно, это можно выкинуть, можно новые себе одеть броню. Это тоже можно выкинуть. Да, вот это что интересно, тут же куча всяких разных вот этих метеоритов, но только всегда один падает. Но я думал, вот сейчас какие-то вот эти кошечки приземлились, да, и какие-то шмотки с них. Не, ну смотри, это, грубо говоря, уже другой метеорит упал. Ну да. А, хотя это вообще даже метеорит. Где моя вся еда? Слышь, та вся еда, которую ты мне дала, она которая у меня пропала. Пол. Ну у меня нету 100%. Я не знаю, у меня звучит какая-то странная хрень произошла, если честно, в инвентаре. Я даже не понял, что это произошло. Не знаю, подписчиками по-любому потом это все объяснят, скажут, что я дебил и все такое, но, блин. Ну так и есть, ребята, я вообще не понял, что произошло, что за ротация у меня произошла только что в инвентаре. Я куда-то что-то нажал, так оп, нажал что-то, и оно так оп, все поисчезало, я так даже и не понял, что это было. Ну ладно, в принципе, неважно, суть не в этом, да, мы идем-то в этом, как замок. Рам, давай, побежали. Гош, нам сюда, по-моему, да? А, мне тут. Вот туда, да. Вверх, да. О! Вау! Чё там? Фига себе! Я понял, в чём это прикол. Это, короче, у тебя когда инвентарь, ты слева нажимаешь на сейф, и оно сохраняет свой инвентарь. Потом, когда ты на него нажимаешь, он тебе возвращает все обратно. Охренеть. Да, это охренеть, но у меня-то пропал мой кинжальчик-то. Да. А у меня вообще этого меню нету. Вот оно в чем дело, а я-то думаю, что за хрень. Блин, у меня такой кинжальчик классный был у пирата. Так, надо еще одного пирата найти. Надо срочно еще одного пирата найти, блин. И с него выпить этот кинжальчик. Мне так кинжальчик нравился, если честно. У меня вроде есть где-то, или я тебе... О, у меня было 35 банок, у меня сейчас 16, лол. Вот это жесть. Ты куда там идешь? Да ты вроде вообще или туда бежишь, хрен. Я все правильно бегу. Мы ж плавали от этого. Блин, нафиг я лодки повыкидывал. Дура. А у меня вообще пару деревьев тут срубаю, есть вроде. Да ладно, я сейчас доберусь, там уже все сделаю. Да я дурак. Хрень, такой садань.
Блин, я ж не знал, что если я так вот сделаю, то какая-то хрень такая... О, что это такое в воде плавает? Чего там? Я не знаю, какие-то такие точки плавают, что это такое. О, какой-то. Лувисп какой-то. Ну это походу те штуки... Бабл. Да-да-да, пули для той херни. Разве? Они, по-моему, и так стреляют. Охрен его знает. Значит, посмотри, что можно с ней сделать, потому что если я сейчас посмотрю, то я пойду ко дну, а я не хочу идти на дно! На самое днище. Так, блин. Сейчас я себе лодку сделаю. Угу. А, че там? С него можно какую-то фигнюшку сделать. Только я не помню понять, что это за фигнюшку. Diamond Orb. Че это? Вампирик металл. Ух ты, вампирический металл можно сделать. Потом Эмеральд Орб. Сапфир Орб. Рубин Орб. Egg of Life. Яйцо жизни можно сделать. Тут есть вот эти чуваки. И знаешь, зачем яйцо жизни? Нет. Не представляю. А, нет, это не чуваки, это пираты опять. Блин, а чё, для чего это орб сделано? Ну, Orb of Power. А чё из этого Orb of... Ох, ты ж ёжики у ёжики. Чё там? Да я тут смотрю, что оно всё делает. Кастом талисман какой-то ещё делается. Тут всякая хрень, столько... Я просто в шоке, зачем вот это вот эти орбы, блин? Я вообще не могу понять, это откуда это делается? А, это и шерсть делается. Нет, подожди, стоп, это не шерсть делается, откуда ты делаешь ты? Блин, я просто в шоке. Тут столько всего. Чё, ты лодку мне принёс? Угу, на, сейчас. Вот, где она? Там она выпала. Блин, я просто в шоке. Ну, реально, так, надо вот эти пузырьки все-таки убивать, а потом с них делать эту всякую фигню, если честно. Понял? Ага, твою мать, лодка сломалась. Так, ну ты аккуратней же, он же ломается. Так, где-то тут, походу, близко уже должно быть. Налево, налево, налево. Угу. Да чё он меня не поворачивает-то? Да тут вроде с мышкой поворачивает. Фиг я знаю. Да. Я тоже разобраться никак не могу. Я тебя разбил её. Ну и фиг с ней. Недалеко. Это, походу, вот тот метеорит, который мы нашли? Да-да-да, вот с метеоритом, вот там вот, этот замок там, короче, стоит, и вот там вот будет. Угу. Вот там, очень, я так думаю, там тоже вроде боссов нету, поэтому... Да, не, мне говорили, что там вроде боссы есть. Главное, я знаю, что если мы увидим библиотеку, главное не затупить и собрать книги. Да. Что-то мы забыли как-то. О, сейчас, я... Там один опять вот этот берсерк, или как он там называется. Давай его опять убьем. Нужно вот этих чуваков находить, если их будешь шмоткой подать, то нужно боссов спавнить. А там боссы реально огромнейшие. Я еще знаю, как их спавнить. Да, я знаю, но нужно там 20 штук каких-то собрать, которые хрен... А выпадают. Ты уверен, что он с него падает? Ну да, вот с этих. Ну, если их есть много типов всяких. В пустыне там вроде какие-то скорпионы есть, но я их... Иди сюда! О, что-то залагало. Ну, блин, я только подошел, и меня залагало. Да. А, все. В пустыне там куча скорпионов всяких есть, но я что-то не находил, если честно. Пустыню? Да. Или скорпионов? Скорпионов. О, золотое яблоко выпало. Ага. Так, у тебя есть? Что? Золотое яблоко. Не. Да, у меня были это золотое яблоко, я уже... У меня 6 штук. Ого. Фига себе, ты богатый. Пошли в башню быстренько пройдем. А, вот эту? Ну, в принципе, можно, да. Быстренько так пройдем. И уже завтра... Ну да, в принципе, завтра в следующей серии. Будем уже... Доберемся до замка и посмотрим, что там в замке. Мы легкие пути не ищем. Ну, эту башню мы, наверное, сейчас пройдем как-то за минуту, походу. Первую заску... Так, где мой меч? Доставь уже, блин, блок. Да ты там путаешься, под ногами хрен поставить можно. Так, ну тут нифига. Ну да, на первых на этажах всегда ничего нет. Дальше. Да пошли, просто так пробегаем, да и все. Да твою ж мать, скинули. Так. Че тут? Тоже не... О, еда. Не, еду можно забрать. Да так, идите, ну, в жопу. Зомби. Зомби. Ты выше поднимаешься? Ага. Чё тут? Тут тоже ничего интересного. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Убил. Так. Последний этаж, я так думаю, лучше все-таки сломать сундук, чтобы сначала подобрать вещи, которые там есть, а потом убить босса. Да я не знаю. Можно попытаться его просто быстренько лупануть. Ну, можно. Я все равно как-то вниз упадает это все.
Ну да. Блин, эта башня вообще уже никакая. Может там, я не знаю, эти башни, кроме как... Воу-воу, уже босяра. Ай, ай, ай. А, он, да, он там вверху уже рвет и метит. Ну падай уже сюда. Ты ему говоришь? Ну да. Так, валим. Да, сундук он опять как обычно. Воу-воу-воу, зараза. Да я не знаю, этот босс вообще какой-то никакущий. Не знаю, как по мне, так вот этот великан тут сложнее. Ну да. И чё? Всё, с него ничего не выпало? Алмазики и... пару штучек. И все вроде. 9 алмазов. Это срушится, блин. Них. Так. Что? Да, похоже. Нет, не убили. Или убили. Нет, не убили. Ауч. Воу! Ёшкин-матрёшкин. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сколько их тут? Ух, твою ж... Ай-яй-яй. Ай-я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 й. Упал. Ха-ха-ха. Да. Да-да. Так, а я живой. Фу, блин. Быстренько мы пришли, конечно, но это... Ну да, полминуты. О, кстати, там пустыня и, походу, замок. Где-то вот там. В пустыне разве замок? Не, как бы рядом с замком пустыня там есть. А. В пустыне там вроде пирамида есть, но пирамида как бы... Пирамида, да, но внутри точно такой же данж, как мы прошли в прошлой серии. Подожди, 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 что-то я вообще не могу выкупить. Куда нам тут пойти надо? Так, мы пришли оттуда, значит, нам вот туда вот надо идти. Да я уже возле вот этого замка. А, ну сейчас я пойду по карте к тебе. Так, а где ты? Ты вот там где-то был, по-моему, только что. То, что я. Тут замок и какой-то еще сарай или что это за хрень? Нафиг замок, главное сарай. Ну да. Так, давай сейчас налево. Так, да я сейчас еще только попытаюсь забраться по этой горе огроменной, блин. Что-то как-то не очень выходит. Блин, у меня блок есть какие-то? О, есть, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так. Да, просто, друзья, в прошлой серии вы написали своих любимых мобов. Действительно, вы написали все своих любимых мобов, я увидел, но в основном вы написали, что у вас любимый это Эндермен. Теперь, пожалуйста, напишите, какого у вас нелюбимый, которых вы больше всего ненавидите. Вот мобов пишите в комментариях, мне это тоже интересно. У меня самый такой пукан-взрыватель это вот Крипер, я его просто ненавижу. Да, скелет тоже иногда бесит, но это иногда. Меня больше всего Крипер не раздражает, так что вот так вот. Что за баганый меч? О-о-о-о, ну как обычно, всякая хрень есть, которая нам абсолютно не нужна. Так, я в сарай, короче. Так я и так сарай тоже. Да. Прыгай вниз. Так, тут мечи всякие, ну да. Чё, только один сундук? Да. Да, вот там один и вообще никому не нужен, так что такие дела. Что по времени? По может, времени у нас еще, ну, в принципе, я думаю, уже можно заканчивать, 2 минуты там. По-моему, поэтому... два замка. Ты заспавнились по-тупому? Два замка? По-моему. Походу, да. Один, наверное, наполовину разрушен. Фиг его знает. Надо даже посмотреть. А, нет, они там соединяются. Прикольно. Да. Ладно, друзья. Мы, в принципе, на этом заканчиваем нашу серию, так что увидимся с вами в следующей серии. А на этом подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, поставьте нам большущие пальцы вверх, пожалуйста. И пишите в комментариях, какие ваши мобы самые нелюбимые. А на этом все. С вами был Тиранит и Эдисон. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Всем пока.